Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники радио. Поздравления в этот день принимали не только диджеи и корреспонденты, но и люди, которые обычно остаются по ту сторону эфира. Ведь изначально 7 мая было связано с именем ученого-физика Александра Попова. Ровно 120 лет назад он изобрел первый радиоприемник и осуществил на нем первый сеанс связи. Но учредили эту дату только в 1945 году. Тогда в стране отметили полувековой юбилей со дня изобретения радио. Сегодня поздравления принимали и наши коллеги по цеху. В редакциях национального радио «Чувашии» и «Таван-радио» сегодня царила поистине праздничная атмосфера. Утром с творческим коллективом встретился глава республики. Он отметил, что благодаря их работе жители Чувашии оперативно узнают о новостях и круглые сутки слушают уже полюбившиеся передачи на русском и чувашском языках. Их труд востребован, ведь сигнал национального радио принимают все районы республики. А родное радио слушают жители Чебоксара и Новочебоксарска. Виновником торжества Михаил Игнатьев преподнес в дар картину «Чувашская художница». В студии национального радио глава региона принял участие в записи передачи.